шлагбаум убран не будет. Есть действительно решение такое суда о том, что необходимо демонтировать шлагбаум, так как он якобы находится на проезжей части и мешает доступу к жильцам домов, которые находятся внизу. На это решение не вступило в законную силу, будет подана апелляция. За весь период работы нахождения там шлагбаума у нас ни одной жалобы нет от представителей коммерческой инфраструктуры, которая находится внизу, от представителей собственников домов и жильцов дома. Дело в том, что несколько лет назад действительно шлагбаум находился внизу, непосредственно возле парковочных площадок. И мы наблюдали тотальное нарушение правил паркования. Автомобили парковались на этом спуске с одной и с другой стороны. Были ДТП постоянно, бытовые конфликты. Из-за этого было принято решение установки шлагбаума именно наверху. Есть решение исполкома согласованное, согласованная схема есть, нахождение там шлагбаума. Мы считаем крайне важным нахождение шлагбаума именно там, для того, чтобы предотвратить различные бытовые конфликты, которые могут возникать, тем более сейчас там ведутся до сих пор строительные работы, ездит крупногабаритная техника, и если мы перенесем шлагбаум, будет сплошная пробка. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально эта стоянка просуществовала, чтобы люди имели возможность припарковать непосредственно вблизи отдыха, чтобы фонтанская дорога не превратилась в сплошную парковку. Мы считаем, необходимо продолжить работу именно той стоянки, которая сейчас находится на 13-й фонтан.